Всплеск респираторных заболеваний наблюдается в Кустанайской области. Спастись от грозных последствий гриппа можно, утверждают специалисты, если вовремя сделать вакцину. Прививочная кампания стартовала 15 сентября. Маргарита Иванова побывала в одной из клиник города и выяснила, какими темпами проходит вакцинация. Подробности. Осень, как известно, пора очарования. Еще это очень коварное время, когда легко получить респираторное заболевание. При первых же симптомах лучшим решением будет обратиться за помощью к специалистам. В поликлиниках сегодня оживленно. Насморк, кашель, температура – основные симптомы пациентов. Помимо ОРВИ не дремлет и грипп. Это острая инфекция. Наиболее уязвимы дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями и пожилые люди. Вакцинация – самый безопасный и эффективный метод профилактики. Сейчас начинается вакцинация против гриппа. Население обращается хорошо на вакцинацию. Еще до ее поступления постоянно были звонки, когда вакцина поступит. То есть население, большинство знает, уже ожидали. И вакцина нам поступает Гриппол Плюс. Она поступает вам уже, нам уже не первый раз, не первый год подряд. Поэтому, в принципе, население большинства доверительное к отношению и обращается. Лицам по роду профессии, имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц, прививка тоже не повредит, говорят специалисты. Это медработники, сотрудники образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, военнослужащие. Однако есть и противопоказания, такие как аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины. Противопоказанием к вакцинации против гриппа является это... Конечно же, если ранее на эту вакцину была аллергическая реакция, то вакцинация не допускается. Если обострение острых или хронических заболеваний в период ремиссии, либо это если острые заболевания, то после выздоровления. И также очень важно заметить и отметить, что противопоказанием является аллергия на куриный белок, так как вирионы, которые затем используются для изготовления этой вакцины, они культивированы на курином белке. Статистика последних дней доказывает, что вирусы не дремлют. Если взрослые переносят их согласно цифрам несколько проще, то дети принимают на себя более мощный удар по иммунитету. Заболеваемость отмечается по ОРВИ, гриппу именно среди школьного возраста. Дошкольного возраста увеличение на 2,5 раза, а школьного возраста на 9 раз увеличилось по сравнению с прошедшим месяцем. Среди взрослого населения отмечается около 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. И все же, если недуг застал врасплох, важно не заниматься самолечением. При первых же симптомах следует незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью, напоминают специалисты в белых халатах. Маргарита Иванова, Катерина Ахметбеков, телеканал Костанай.